На встрече с лидерами африканских государств в рамках Санкт-Петербургского саммита «Россия-Африка» президент всея Руси разоткровенничался. Фактически был согласован на проект этого договора. Но после отвода наших войск из-под Киева, она спросила это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора. И тут уместно задать два вопроса. Первый. А кто, собственно, попросил? Ведь у каждой просьбы есть фамилия, имя и отчество. И второй вопрос. А почему, собственно, согласились? Вопрос закончил. Пока.